Апосил – это инновационный продукт, который содержит активную форму оксида кремния в количестве 31,5%. 18 января 2022 года мы получили свидетельство о государственной регистрации данного агрохимиката. Апосил поставляет растениям кремний в биологически доступной форме. Кремний помогает растениям противостоять стрессам, связанным с засухой, избыточной концентрацией солей, поражением, болезнями. Кремний – это надежный антидепрессант для растений. В Институте фундаментальных проблем биологии Российской академии наук в вегетационном опыте были сымитированы засушливые условия. Для этого поливную норму уменьшили в 2 раза. И было четко видно, что некорневая подкормка апосилом помогает растениям ярового рапса противостоять неблагоприятным условиям, связанным с засухой. При засухе обработанные апосилом растения в сосуде справа развивались значительно лучше и формировали большую биомассу, чем растения в центральном сосуде, которые не получали обработку апосилом. А сосуд слева был контрольным вариантом, где проводилось оптимальное увлажнение. Таким образом, мы видим негативное действие засухи как с апосилом, так и без апосилом.